придумано это что-то, что можно было пить винище или na nagpo-pull apart. Ayan, excited na ako. First time ko makakita. So, there's a lot of people here waiting for the bridge. Ang sad kasi picture na lang talaga mapakita ako kasi wala ng extra memory yung phone ko. Kaya, hindi ko nakuha ng video. Sad. Sorry guys. Thank you. Осторожно, не встаем, осторожно, мост. В глубине предмоста площади справа здание желтого цвета с 5 часов и провести здесь удовольствие глупо, я как минимум. Ну и про полуденный выстрел вот, не забывайте. А, можно прогуляться прямо по стенам крепости, там поверху проложен пешеходный туристический маршрут. Этот маршрут называется «Невская панорама», там звучит аудиоэкскурсия. В этой аудиоэкскурсии говорится про все здания вокруг крупные, в том числе вот описывается. Канал, по которому мы идем, не случайно был назван зимним, потому что прорыв был 300 лет назад специально к Зимнему дворцу Петра I. Но Зимний дворец Петра I не сохранился, он стоял вот здесь справа. И на его фундаментах для Екатерины II построили Королевский театр. Здание бирюзового цвета справа – это Королевский театр Екатерины II, Эрмитажный театр. Работает как театр до сих пор. Самый старый каменный мост города – Эрмитажный мост. Ему 255 лет, и мы с вами выходим на простор. В зимней канавке вы чувствуете величие реки Невы. Нева здесь имеет самую большую ширину, километр с лишним. А слева от нас Дворцовый мост, слева стрелка Васильевского острова. Слева там на фоне неба, где солнышко сейчас опускается за линию горизонта, мы видим остроконечную башню. Это самое высокое здание в Европе. Достраивается высотой 462 метра. Лахта-центр. Будущая штаб-квартира «Газпрома» «Лахта». Вот эта арка выглядит именно в этот момент очень красиво. Слева от нас корпус Эрмитажа, новый Эрмитаж. Впереди галерея «Переход». Особой красоты главного корпуса справа вы не увидите. Своим парадным фасадом театр повернут противоположную от нас сторону к театральной площади. Над нашей головой технологический мост-переход, который соединяет два здания, старую новую сцену, слева новая сцена Мариинского театра. Мариинский мост мне бы хотелось назвать театральным, потому что рядом главный театр города Мариинский. Но театральный мост у нас есть в другом месте.
красоту оцениваем. Bako-bako ang daan. Sige, ukay-ukay kayo dyan. Beautiful. Музыки не хочется.